Не в пользу и не в ущерб. В Бийске планируют создать управление пассажирских перевозок. Располагаться оно будет на базе Бийского трамвайного депо. По словам городских чиновников, это не даст предприятию каких-либо привилегий. Работа должна будет распределяться равномерно среди автотранспорта и электротранспорта. Транспортная работа, она должна распределяться между пассажироперевозчиками равномерно. И нельзя оставлять один вид транспорта без пассажиров, насыщая или переполняя другой вид транспорта. В перспективе новая структура будет курировать работу всего общественного транспорта Наукограда. По словам директора трамвайного депо Сергея Елясова, сейчас распределение пассажиропотока организовано слабо. Специалистам отдела транспорта, который входит в состав управления жилищно-коммунального хозяйства, заниматься этим вопросом капитально просто не хватает времени и ресурсов. Добавим, что городские чиновники совместно с муниципальным предприятием уже продумывают структуру нового управления и способы координации общественного транспорта в целом. Говорить о том, что в Бийске появится своя муниципальная автоколонна, пока рано. Хотя такие мысли у местных властей все же есть. Возможно, уже через 3 года управление примет участие в конкурсе на городские контракты по перевозке пассажиров автобусами. Но это пока только планы. Добавим, что решение по созданию в нашем городе новой транспортной структуры принято для сохранения баланса между пассажиропотоком параллельных автобусных и трамвайных маршрутов.